Привет, друзья! Начинаем новый вложик. Сегодня офигенная погода, 27 градусов. Вон, смотрите, если... Нет, 26, 26, обманул. Какая трагическая обманка. Вот, но мы сегодня пойдем купаться, прикольненько будет. И посмотрим, смогут ли пацаны сделать сальтуху в воду. Будет интересно, я думаю. Полетели. Друзья, не знаю, насколько вам нравятся влоги, поэтому если они вам реально нравятся, то влепите лайк, пожалуйста, прямо сейчас, чтобы я это знал, короче. Моя самая глупая ошибка заключается в том, что я хавал 2 часа назад и сейчас с собой ничего вообще не взял. Для эктоморфа это просто беда. Здорово, Андрюшка! Это мы тут садимся? Да? Или нет? Дальше идем? Че, сегодня сальтухи будешь бахать? Будешь? Я тебя научу. Короче, звоним Даньку, чтобы он взял похавать. Потому что мы там проголодаемся. Че, возьмет? Нет? Красавчик вообще огонь. Здорово! Ты так попить-то и не взял, блин, да? Не брал? Не, я взял с собой. Взял? Да. Отлично. Автобус ехал, наверное, километра 4-5, 20 минут. Слишком дофига. Это чешуеть можно. Вот в этом лягушатнике людишки купаются тоже. Смотрите, все заросшее. И вот отсюда прыгают люди. Ну, довольно прикольно, метр 3, наверное, с половиной. Вот мы пришли вот сюда. Тут, конечно, тоже практически болото, но вот там немножечко почище. И поэтому мы пойдем туда. Ну что, потрогаем водичку. Ух. Смотри, не провались никуда. Ну, в принципе, нормас, можно плавать. Данек тут бутеров притаранил. Хаваем бутеры, набираемся сил. А то можно утонуть, если сил нет. А вон там, ребят, у нас химическое озеро. Вот там, видите, вот эти такие горы. Вот, там химическое озеро. Оно реально химическое. Там можно прикольные фотки поделать, но далеко идти, конечно. Не знаю, посмотрим, пойдем или нет. Один. Блин. Холодно? Нет, заебись. Серьезно? Ну, давай, полетел. Не так всегда. Ну, почти, почти. Было неплохо, это получше, чем у Данька. Нормально было? Да. Фига он. Ты научился. Ну, такое. Сейчас пойдем вон на тот остров. Пешком дойдем на него. Блин, Данек нас заставил по кочкам ходить. Голыми ногами, это вообще жесть. Данек говорит, там глина где-то. Где глина? Вот она. Под водой, что ли? Вот она. Вот она. А, в натуре, слушай, дай пожмякать. Она, кстати, полезная, по-моему. Это в натуре глина, ребят. Вот такую шняшку я сделал. Вода, капец, можно в Данька кинуть. Давайте, заходите. Это нас это накрывает. Погнали. Что-то сигнализация там запищала. Мы, короче, идем вот такое вот расстояние оттуда, минут 10 уже, потому что тут опасно ходить, блин, упасть вообще жестко можно. Блин, почти дошли. Ой, ё, скользят, как ноги. Тут вообще полнейшая болотина, смотрите. Просто болото. Че, обратно идем? Нет, да, по воде. Смотрите, ракушечий камень просто весь в ракушках. Давай самый крутой прыжок Веры. Вот и все. А, ну так так все. Вот это низко реально. Два, три. Каково? Офигенно? Давай, давай! Подожди, на раз, два, стой, 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 стой! Данек, прыгаем? Два, три! Три! Не потому
проснулся, халат. Я на днище достал. Я тоже, кстати. А какую-то железяку херачу. Я откину. А еще я побежал. У меня каким-то говном железо просверачило ногу, походу. Я ударился. Я в железяку какую-то. Я в какой-то камень, короче, вот этим местом ударился. Щипать будет. Не очень. А, вот сейчас. А, блин. А там нет смысла много выливать. Блин. Налаживай и завязывай. Накладывай. Накладывай, да. Налаживай. Ты просто забежи на узелок и все. Блин, капец, как всегда все через задницу. Там вода грязная еще какой-то. Блин, железяка какая-то, напоролся на железяку. Дезинфекция нужна, потому что кто знает, что там за железяка. Идем, короче, на химическое озеро. Там будет интересно, красиво. Фотки поделаем, вам покажем, как оно выглядит. Там реально вот прям кинешь какого-нибудь человека туда, он там растворится. Заинтриговал? Поехали. Короче, мы шли полчаса, оказывается, что еще надо идти полчаса, и мы решили не идти полчаса, потому что это за городом, туда такси вообще не приедет, и придется назад возвращаться еще час. Поэтому мы решили домой поехать, такси вызвали. И вот, смотрите, это памятник Бэтмена. Не вот это, а вот это. Не ты памятник Бэтмена. Хотя ты похож на Бэтмена. Так как мы не пошли, тут Андрюха сказал, вообще нужно будет обойти Золоотвал и там идти часа три вообще. Поэтому вот тут видео сейчас вы видите. Вот так выглядят наши лазурные берега, их так называют. Поэтому вот смотрите, порадуйтесь. Я думаю, красиво, да? Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. А так, друзья, все, наше путешествие окончено. Спасибо за внимание, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем выпуске. Пока!